Ребята, привет! Оказывается, вот мы все не верим в чудеса, они существуют. Их полно вокруг нас, но мы их просто не замечаем. Мы проходим, но вот если я вам сейчас покажу, вы даже не поверите мне. У меня вот есть на столе прозрачные жидкости, есть вот цветные какие-то, порошки белые. Я вам сейчас покажу, что чудеса, они всегда рядом. Вот есть у меня обычный стакан, в нем вода. Я хочу ее выпить, но не буду, потому что если я начну выливать потихоньку, то увижу, что оказывается в стакане еще что-то было. И мы этого не видели. Вот посмотрите. Ну не чудо ли это? Это шарик практически из воды. То есть практически полностью из воды и совсем немножко полиакрилата натрия. Ну я его положу вот сюда, пускай он покатается немножко. И сейчас давайте приступим вот к этой розовой жидкости. Ну вы сейчас уже понимаете, что тут не все так просто, да? Вы уже поверили в чудо. Давайте я открою эту баночку и начну медленно-медленно выливать то, что находится внутри. Смотрите, а здесь есть шарики чуть-чуть поменьше. Они тоже такие интересные. Если я возьму их в руку, ну, в общем-то, понятно, что с ними можно сделать, ну, кучу всего. Можно подарить друзьям, можно оставить себе. А можно просто, ну, оставить их в баночке. И пускай они там лежат до следующего раза. Это немножко отодвинем и приступим сейчас к экспериментам. Мы проведем очень интересный эксперимент. Для этого понадобится обыкновенный бокал, вода. Притом желательно ее подкрасить. Это можно сделать с помощью обыкновенного красителя. Ну вот смотрите, капельку капаю внутрь воды, размешиваем, и появляется удивительный такой голубенький цвет. Смотрите, у меня есть на столе еще несколько порошков. Вот это полиакрилат натрия. Я его набрал из подгузников, который, ну вот дома взял свой старый подгузник, достал, оттуда много такого белого порошка. Добавляем немножко его в бокал, после чего нужно очень быстро залить вот этой водой. Заливаем. И казалось бы, ну вода, какой-то белый порошок должен получиться, ну так как какой-то непонятный раствор. На самом деле все намного интересней. Вода впиталась полностью в этот белый порошок и больше не выливается из стакана. Вы видите, удивительно. Просто чудо. А вот сейчас я покажу вам, как сделать так, чтобы все-таки вода смогла вытечь обратно в стакан. Для этого мне потребуется второй белый порошок. Это обыкновенная соль. Вы можете взять ее на кухне. Добавляем буквально пару ложек сверху. Посыпаем, так скажем, да? Посыпаем, немножко перемешиваем. И полиакрилат натрия начинает отдавать воду обратно. И у нас появляется жидкость. И вот теперь снова вот эту вот всю синюю воду вместе с полиакрилатом натрия можно взять и по-простому вылить обратно, ну вот, в стакан, либо в кастрюлю, либо еще куда-то. Вот видите, друзья, оказывается, чудеса, они рядом. Они такие маленькие, незаметные, но стоит только взять, присмотреться, разобраться, и тогда у вас вот и вечером, и завтра, и послезавтра у вас будет о чем поговорить, вы будете много всего знать и во всем разбираться. Всем пока!